больше корпус поворачивай. Чем больше корпус повернешь, тем больше будет это самое, усилий приложено для того, чтобы вытащить консоль. И не пять сам узак, вытаскивай его сюда. Витер достаточно ровный. Давай, 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 работай. Назад идем, назад вытаскиваем. Отлично, молодец. Вот правильно все сделал. Вовремя развернулся в горизонт, вывел купол. Дорабатывай, дорабатывай. Еще консоль сыпется плавненько. И нагружаем, нагружаем. Не развиваем следующий крен в другую сторону. Стараемся баланс сохранять. Работаем над асимметрией. Попробуй на месте побалансировать. Уходит вперед, притормозил. Сыпется назад, добавил корпус. И перемещаем тело.